Здравствуйте! Мы очень рады, что вы нас смотрите. Каналочка передает всем большой-большой привет. И сегодня мы покажем, что мы купили. Сидите. Хотим вам показать, заказали на Вайлдберрисе Лего Майнкрафт 8+. Это битва за красную пыль Лего. Написано: развивайте воображение и способность решать задачи. Да, для нас это новый набор. Я думаю, что для нас это новый. Да. Големы чудовища из Майнкрафт. Их знают многие любители Лего. Тут, значит, сколько деталей? 504 детали. Вот такой вот набор. Это для Тимофея. Это для Тимофея. Вот и Тимофей подкрался тут у нас. Ну как, тебе нравится такой набор? Да. Да. Ему очень хочется скорее его забрать себе. Скорее. Расскажи нам, Тимофей, кто там кто там в этом наборе? Там нарисованы, по-моему, големы из красной пыли. И один мелкий красный голем из красной пыли. И свинка, да? И свинка, которая несет. Чего она несет? Сундучок. Вот она сбоку с алмазами. Тоже, она с огромным сундуком. С алмазами. А вот эти два чудовища, это кто? Это какие-то големы из обновления какого-то. Да? Только страшные рожи с рогами. Из Майнкрафта удалили. Ты любишь Майнкрафт, Тимош? Mm-hmm. Играешь? Тимош у нас с 4 лет играет в Майнкрафт. И Коля тоже играл с 4 лет. Вообще-то с 3. С 3? Да, он ты рано. Колю превзошел? Угу. Коля с 4, я знаю. Ну ты вообще. Ну держи, Надь, да? Да. Держи, держи. Спасибо. Ну что ж. Ну давай. Продолжаем дальше. Что мы там продолжаем, бабушка? Давай мне. Значит, мы заказали такую футболку дедушке. Дедушка, возьми себе и любуйся. Футболка большого размера. Не открывай. Но, значит, это фирма Вирта. Нет, нет, Тимош, завтра. Тогда я заберусь. Ну, мы с Тимошей немножко поговорили. А, ну ладно. Тимофей уже хочет открыть сегодня. Ну да, просто у него есть кое-какие дела. Но ты можешь немножко потерпеть? Не надо, сейчас все раскидать. Тимошу учим терпению. Да, давай, ты его поставь и любуйся. Это тоже очень полезно. Для современных детей учите их терпению. Так, давайте смотрим. Да. Значит, это футболки фирмы Вирта. Она большая, 70-го размера. Ну, на ней написано 70-го размера. Да, сделана в России она, прям на ней написана. Да, но да. Там отзывы мы обязательно читаем. И читаем там люди отзывы. Написали, что они, ну, маломерят. Ну, сами понимаете, садятся немножко после стирки, да. Маломерят. Вот, это мы для дедушки купили, он хотел так, знаете, у него реально, он какой носит размер? Ну, 64 где-то у него размер. Ну, да. Чтобы было посвободнее, мы взяли ему вот 70-й, вот она да, такая сейчас большая. Дедушки нет тут рядом с нами, померить, да, мы, померить мы не можем. Ну, мы потом расскажем. Ну, мы потом вам расскажем. Ну, в общем, такая вот летняя футболка. Может быть, она и очень свободна будет. Расскажем вам потом. Да, значит, дальше мы заказали тоже большого размера, это 66-68, майка. А ты скажи, сколько стоит красная? А она стоит 560 с чем-то рублей, да. А вот это сколько? А это стоит 856 рублей. Да, вот это уже посовременнее, это помолодежнее. Это 60-68 размер, она так посовременнее, помолодежнее, а футболка Максимода. Мы еще не знаем, для кого она. Кому она больше подойдет? Дедушке? Да, у нее живот широкая достаточно. Она на камере вообще, мне кажется, еще больше, чем она в реальности. И там, видите, такой рисунок. Ну да, вот такой вот там принц. Она длинная, она, по-моему, она... Ну-ка, подними. Максимода называется. Подними, да. Она, по-моему... Она длинная, она... Да, спереди она короче. Спереди короче, да, а сзади она, видите, длиннее. Какой-то у нее такой модный дизайн. Модный дизайн, да. Вот, поэтому она будет прикрывать то, что надо, и то, что не надо. Так. Да. Дальше мы продолжаем. Ну, а дальше... Ну, это мое. Наши любимые Японии. У нас тут не только дуршлаки, но еще и прищепки. Да. Так что... И не надо мне рассказывать, что вы этим не пользуетесь. Да-да-да. Да. Значит, это
Прищепки. Прищепки фирмы Кокубо. Это Япония, я так понимаю, да, мам? Это Япония, да. Да, 4 штуки. Смотрите, какие они. Смотрите, прищепки. Хоба. То есть одну прищепку можно прищепнуть. Я думаю, полотенце вообще никуда не улетит. Полотенце, одеяло можно набор. Прищипнуть. Вот. Да. Мы же одеяло вот потому стираем. Что вот у нас на даче на балконе я сушу... Одеяло, покрывало какие-то. Одеяло, ну, покрывало, много, да, чего смотрите, такого. Хоба, хоба. Ой, мне так нравится, классная такая. А мне кажется, можно волосики прищипнуть. Нет, некоторые женщины почему-то это берут с собой за границу, на отдых, прищепляют к лежакам там какие-то полотенца, что-то там прищепляют. Кстати, хорошая идея. Да, mm-hmm. Я в отзывах это прочла, так не до конца поняла, чего куда они прищепляют. В общем, они классные такие прищепки, я таких mm-hmm. никогда, прям мечта. Прищепочная мечта. Это у нас, значит, дальше мы продолжаем. Это у нас поднос, подставка для СВЧ-печи. Вот такая вот поднос-подставка. Ну, вы понимаете, да? То есть сюда можно поставить... Она не нагревается. Да. У нас дедушка каждое утро варит себе кашу в СВЧ. И я тоже люблю кашу, вот, сваренную в СВЧ. Вот я люблю пшенную кашу, сваренную в СВЧ. Дедушка и мне варит. И у него такая специальная штучка для СВЧ, но она в виде пиалки. Но она нагревается, и потом очень трудно ее достать. А вот на этом подносике, вот видите, так как на рисунке, ой, в принципе, мои. Нарисовано. Да. Да, вот как нарисовано, так и есть. Да. Будет не горячо доставать. Ну, в общем, это удобно. Но это для удобства. Разогреет, да. Тоже, потому что это для каждого дня, для дедушка удобства. Любит, чтобы очень прям разогрели, сильно-сильно. Да, ну он варит кашу без молока, на воде, вот, ну, так, как он любит. Да. Дальше набор контейнеров. Какие-то мама заказала себе чудные контейнеры. Я сначала подумала, что это мыльницы. Но нет, это контейнеры. Смотрите, такие маленькие. И туда внутрь можно что-то положить. Смотри, мам, да. Ты чего туда собралась класть? Ну, я свою или фурнитуру какую-то, или мне какие-то кажется, маленькие можно бусинки. Можно какие-нибудь сережки положить. Одна женщина написала там колечко, отзывы, что она общем, сумочки, шоколадочки какие-то маленькие очень носит с собой. А остальные да. Две баночки она написала. Я еще не придумала, что в них класть. Но баночки так мне понравились. Туда, я думаю, можно положить конфетки какие-нибудь. Вот у меня есть вот эти венские конфеты тоже. Да. Можно туда положить? Можно, да. Ну, это можно сюда пищевые класть вещи. Пищевые, пластик. Да, можно. Но я для своих нужд. Еще одна коробочка. А это у нас... Ой. А это у нас контейнер. Контейнер для мусора. Да, такой настольный, маленький. Настольный, 1.5 литра. Да, да. Это тоже японский. Ну, прям такой вот контейнер. Тоже японский. Так, подожди. Не-не-не-не-не. Не так? Поворачивается в бок. А, все просто. Все очень просто. Ловарчик, закрывается намертво. Ловарчик просто открывался, слушай. Да, ну это нам с дедушкой вот в комнату, так, потому вот что так. Мы какие-то лекарства пьем. Слушайте, у нас все время от лекарств какие-то. Если он у вас упадет, то из него ничего не выйдет. Серебряные бумажки там, и каждый раз это, каждое утро мы бежим это выкинуть. В общем, ну, вот туда такой. Можно пакетик ставить целлофановый маленький. И что-то такое туда кидать, чтобы нам не бегать. Ну, ванну такую штучку, я думаю, удобно. Ванну удобно, да. В туалет, ванну, да, у да. кого там что. Ну, в общем, для облегчения нашей жизни вот такая вот штучка. Какие-то ватные диски, что-то. Ну, что-то то, что не портится, не пищевые отходы, конечно. Да. Удобная такая фитюлечка фигня. Удобная, да. Ну, спасибо, всё. Что помогли нам все распаковать. Да. С вами гораздо интереснее все распаковывать. И веселее. И веселее. Ну? Тимошка сегодня целый день собирал свой лего-набор. Вот такой вот мелкий такой вот робот из красной пыли. Ну, покажи нам его поближе. Вот. Какой получился робот? Если его так перевернуть, ему голову сделать так... Когда он такой будет... Страшный монстр, да? Нет, когда... Как будто он летит.
Нет, если вот так сделать, когда он будет похож ему, знаете, на кого? На какое-то страшилище. Ну, страшилище, да. Он такой и есть страшилище. А он на самом деле какой? Он из красной пыли. Его можно в Майнкрафте призвать с помощью команды, но только надо делать там всякие моды, ну так далее. Угу, понятно. А второго страшного ты нам похожешь? Ой, покажешь? Да, вот он. Мама уже заговаривается. Вот, он еще не доделан. А, он еще не доделан. Ну, давай доделывай, и мы дальше покажем.